Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт «Молочная девочка». Коржи. На трех листах бумаги для выпечки с силиконовым слоем нарисую шаблоны для 6 коржей диаметром 21 сантиметр. Просеянную муку соединю с разрыхлителем. Яйца комнатной температуры собью, добавлю сгущенку и размешаю до однородного состояния. Соединю с мучной смесью. Бумагу уложу нарисованной стороной вниз. На шаблон выложу 1/6 часть теста и распределю равномерным слоем. В разогретую до 190 градусов духовку ставлю коржи на средний уровень и выпекаю до золотистого цвета, примерно 7-8 минут. Горячие коржи обрежу по шаблону диаметром 20 сантиметров. Сразу сниму бумагу и полностью остужу. Подобным образом испеку остальные коржи. Крем. Охлажденные сливки соединю с сахарной пудрой и ванилином. Можно заменить ванильным сахаром. Собью до устойчивых пиков. Сборка. Коржи смажу кремом. На верхние бока нанесу крем. Торт поставлю в холодильник на 4-5 часов. Декор. Для темперирования черный тертый шоколад в пластиковой емкости поставлю в микроволновку на 10 секунд. Перемешаю. Снова поставлю на 10 секунд. Перемешаю. Повторю, пока шоколад полностью не растопится. Хорошо перемешаю и переложу в кондитерский мешок. На лист ацетатной пленки размером 15 на 30 сантиметров нанесу шоколад. Соединю края, зафиксирую и оставлю до полного застывания шоколада. Темперированный шоколад нанесу на ацетатную ленту. Размеры ленты в описании под видео. Как только шоколад слегка застынет, оберну ленту вокруг торта и поставлю в холодильник на 10-15 минут до полного застывания шоколада. Аккуратно сниму пленку и декорирую торт. Этот торт можно приготовить со сметанным кремом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».